Здравствуйте, с вами снова Equi-Management с Витой Козловой. В прошлой программе мы говорили о сервисе и его значении для развития КСК. А сегодня мы обсудим не менее важную тему – эффективные коммуникации. Посещая в роли клиента рестораны, банки, магазины, каждый из нас на себе ощущает, как больно нас царапают некоторые моменты при общении с официантами, менеджерами или продавцами. Мы постоянно меняемся друг с другом ролями. В банке я уважаемый клиент для его руководителя, руководитель банка уважаемый клиент для меня в клубе. Эти ролевые игры позволяют нам выделить главное, что всегда и при любых обстоятельствах отличает высокое качество любого обслуживания от посредственного. И в этом списке наиважнейшую роль играют коммуникационные навыки. Важно все, от того, как мы звучим, до того, что мы озвучиваем и в какой интонации. Поэтому мы положили в основу своей ежедневной работы следующие золотые каноны. Мы обращаемся к членам клуба исключительно на «вы», в том числе и к подросткам старше 12 лет. Мы обращаемся к детям полным именем и не используем уменьшительно-ласкательные вариации. Мы помним о том, что выражение лица каждого из нас – это выражение лица клуба. Мы не забываем, что улыбка сокращает расстояние между людьми и располагает к доверию. Мы знаем, что понравиться всем невозможно, поэтому руководствуемся главным – никого не обидеть. Мы думаем и произносим «мы» вместо «я». Мы всегда сохраняем чувство юмора, при этом не приветствуются анекдоты и сарказм. Мы делаем замечания в позитивной форме. Мы искренне, по-доброму настроены к собеседнику. Это обезоруживает. Мы полностью исключаем категоричную и отрицательную информацию. Мы всегда находим варианты решений, и если не знаем, как поступить, берем паузу для консультации с коллегами, чтобы вернуться с вариантами. Мы всегда помним, что, общаясь, невозможно не создать впечатление, в том числе и по телефону. Мы всегда проверяем, правильно ли мы поняли, что от нас хотят, повторяем просьбу своими словами, чтобы убедиться самим и продемонстрировать это понимание собеседнику. И, наконец, пожалуй, главное – мы слушаем вдумчиво и выслушиваем. Помните, что чем меньше мы слушаем, тем больше мы бесим. Отлично работает правило светофора. 20 секунд зеленый, максимум 20 – желтый. Если при коммуникации пренебрегать этим правилом, то, проезжая на красный, хорошо будете чувствовать себя только вы, а проблема-то останется нерешенной. Умение слушать – это лучший способ понять. Теперь часто говорят фразу, которая у нас в клубе под запретом – «я вас услышал», потому что главное – это не услышать, а именно понять. Все эти навыки эффективной коммуникации – это гарантированный путь к личному и корпоративному успеху. В современном мире люди ненавидят тратить время впустую. И если вы благодаря эффективной коммуникации поможете им этого избежать, это будет очень ценно. Для того, чтобы нашим новым сотрудникам было легче присоединиться к нашим коммуникационным традициям, мы показываем на положительных и отрицательных примерах, какими фразами стоит пользоваться, а какие не применять никогда. Приведу несколько примеров. Менеджер-координатор на ресепшн-клуба общается по телефону с одним из членов, и в этот момент к нему подходит другой с вопросом. Вместо того, чтобы деловито закрыть рукой трубку и осадить его фразой «минуточку», мы всегда скажем: «Могу ли я попросить вас немного подождать?» Согласитесь, между реакциями на две эти фразы будет огромная разница. Или нам нужно обратиться к девушке, пришедшей на тренировку, которая занята перепиской в своем телефоне. Конечно, можно подойти и высокомерно кинуть: «Я вернусь, когда вы будете готовы». Но если вы скажете: «Не смею вас отвлекать, позволите подойти позже», вероятность того, что девушка мгновенно отложит телефон и начнет эффективную коммуникацию, будет в разы выше. При приеме гостей вместо небрежного «чай или кофе» всегда лучше спросить: «Могу я предложить вам чашку чая или кофе?» Конечно, при ответе на звонок в клубе «Продар» вы не услышите «Алло». Мы скажем: «Добрый день, конный клуб «Продар» и обязательно представимся». Очень здорово, если собеседник вынужден будет обратиться к вам, начиная со слова «девушка».
Также очень важно, как звучит наш отказ. Например, у нас запрещено говорить «нет, это невозможно». Даже если к нам обратились с просьбой перенести время тренировки за 15 минут до ее начала. В этом случае вместо «это невозможно» мы ответим «извините, согласно правилам нашего клуба, мы просим сообщать о своем желании перенести время тренировки не позднее, чем за 12 часов до ее начала». Еще пример. Вы сотрудник клуба, и к вам обращается гость с вопросом, ответ на который вы не знаете и, возможно, не обязаны знать. Как вы догадались, фраза «понятия не имею» не может быть использована. Будет прекрасно, если в ответ прозвучит «позвольте уточнить» и вернуться к вам с ответом. И, конечно, ненавистное «мы вас услышали» стоит заменить на фразу «мы обязательно обсудим ваш запрос или просьбу и вернемся с решением или ответом». Также мы активно стараемся превращать жалобы в новые возможности, чему очень способствует то, что мы всегда определяем причину проблемы и текущий статус ситуации. Задаем логические вопросы, чтобы перевести разговор из эмоционального в практическое русло, давая тем самым собеседнику остыть. Искренне сопереживаем, убеждаемся, что наши извинения приняты, не даем воли эмоциям и ни на секунду не забываем, что не мы лично являемся объектом нападок. И если мы виноваты, немедленно признаем вину и даем собеседнику почувствовать его значимость. Делаем все для того, чтобы свести проблему к минимуму и выполняем взятое на себя обещание, даже если это нам стоит денег. Нет ничего ценнее доверия. Чтобы его вызвать и не утратить, стоит верить в то, что мы делаем, искренне разделять и уважать потребности членов клуба, с пониманием относиться к тому, что люди всегда будут хотеть выгоды для себя, оставаться вежливыми и не показывать своего раздражения, чаще говорить «спасибо», уделять внимание. Не могу не подчеркнуть такой особенный вид коммуникационных навыков, как кросс-культурное общение. Это специфика работы клуба «Продар», где традиционно тренируется много иностранцев и еще больше посещают его в качестве гостей. Почему это так важно в спорте? Потому что в данной сфере деятельности мы постоянно общаемся с представителями разных культур, имеющих различное восприятие реальности и по-разному оценивающих одни и те же явления. Зачастую при общении люди разных культур слушают, но не могут услышать друг друга. Смотрят на одни и те же события, но видят их по-разному. Не случайно за одно и то же в одних странах награждают орденами, а в других сажают в тюрьму. Это происходит ввиду разницы систем ценностей, норм и традиций, которые заставляют по-разному интерпретировать одни и те же слова, жесты и поступки. В разных странах существуют разные стереотипы восприятия, что может заметно затруднить коммуникации. Поэтому в клубе «Продар» мы уделяем огромное внимание обучению основам кросс-культурного общения с представителями разных культур, которые базируются на следующих правилах. Постарайтесь не использовать категоричные суждения и оценки. Внимательно слушайте, с какой интонацией ваш собеседник говорит о тех или иных событиях. Воздерживайтесь от шуток и рассказов анекдотов. Дайте вашему собеседнику первому проявить чувство юмора. По его шуткам постарайтесь определить, где совпадают ваши стереотипы. Постарайтесь ознакомиться с основными событиями истории, литературы, искусства страны собеседника. Запомните имена 4-5 наиболее выдающихся представителей его страны и то, как они выглядят. Найдите наиболее известные пословицы и поговорки, распространенные в этой конкретной стране, выучите их и используйте при разговоре. Также важно не столкнуться с языковой спецификой при проведении маркетинговых кампаний. Известны примеры, когда из-за недостаточного знания языка предложенные товары не были встречены с ожидаемым восторгом. И один из наиболее известных случаев произошел с компанией Chevrolet. Они поставили на испаноговорящий рынок автомобиль Chevy Nova, тогда как Nova означает «не идет», «не движется». Другим примером может послужить опыт американской компании American Motors, выпустившей на рынок Пуэрто-Рико автомобиль Matador
предполагая, что его название будет ассоциироваться с мужеством и отвагой, в то время как в Пуэрто-Рико слово «матадор» имеет однозначное толкование «убийца». Нетрудно догадаться, что запланированного успеха достичь не удалось. Во многих языках есть фразы, которые имеют двойной смысл. Поэтому, если англичанин скажет вам «возможно, вы правы», эта фраза может означать «я абсолютно с вами не согласен». Или, например, фраза «я позвоню вам позже» будет нести смысл «я не думаю, что нам стоит продолжать». Когда американец говорит «это очень хороший вопрос», он признает, что абсолютно не знает, что с этим делать. А фраза «разрешите мне сделать предложение» должна дать вам понять, что на ваше предложение мне наплевать и забыть, я уже принял свое решение. Также одной из наиболее распространенных ошибок в кросс-культурных коммуникациях является убеждение, что комплимент в адрес женщины, связанный с ее внешностью, является универсально удачным. В то время как во многих западных странах он будет воспринят как оскорбление, так как женщина может решить, что вы ставите ее внешность выше деловых качеств и интеллекта. Особенно важно учитывать гендерный фактор при коммуникациях с представителями мусульманских стран. Не менее, а иногда и более, в рамках кросс-культурного общения важны взгляды, позы и жесты, так как они могут создать больше проблем, чем слова. Это происходит потому, что иногда участники общения не догадываются об их социальных корнях, полагая, что определенные жесты везде воспринимаются одинаково. Нормально, если вы уточняете значение той или иной фразы, а вот спросить, что означает определенный жест, в большинстве случаев неловко. Кроме того, большая их часть делается абсолютно подсознательно. Поэтому при общении с представителями другой страны мы очень внимательно относимся к соблюдению основных невербальных правил. Ну, например, готовности или неготовности смотреть в глаза собеседнику, отношение к прикосновениям во время общения, восприятию дистанции личного пространства. Важно помнить, что традиционное крепкое рукопожатие, характерное для представителей США и Западной Европы, не принято в Южной и Юго-Восточной Азии, где взамен используют жест «wei», индийское название которого «намасте». А для японца характерным будет поклон, хотя в их огромном разнообразии европейцу почти невозможно разобраться. Интересно, что географическая близость не всегда гарантирует совпадение жестов. Например, в Испании и Португалии к дружеским объятиям при встрече будет разное отношение. Широко известен пример, когда американская компания «Окей» выпустила огромным тиражом в Латинской Америке каталог с характерным жестом и была вынуждена его полностью перепечатывать, так как подобный жест воспринимался в большинстве латиноамериканских стран как неприличный. Также будет оскорбительным, если вы, например, разговаривая по телефону в присутствии представителя стран Арабского Востока, положите ноги на стол и таким образом покажете ему подошвы своих ботинок. Равно как и известный жест путешествующих автостопом, оскорбит британца или австралийца. Невозможно в рамках одной программы рассказать о коммуникациях. Сегодня мы лишь затронули эту безграничную и невероятно интересную тему. Но рассказать о том, что коммуникации, в зависимости от того, как относиться к этому мощному инструменту, могут как развивать ваш клуб, так и портить его репутацию, надеюсь, мне удалось. Коммуникации, в том числе и кросс-культурные, помогают клубу «Продар» на протяжении всей его истории сотрудничать с лучшими иностранными специалистами в области конного спорта. Сегодня менеджеры-координаторы на ресепшн и наши административные директора говорят на одном или двух иностранных языках. Мы любим общаться и принимать гостей, и это помогает нам двигаться дальше. Это была заключительная программа цикла качества. Следующий цикл нашей программы будет про единство. Мы посвятили его такой важной и интересной теме, как корпоративная культура. Если проект Equi Management интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию, полезна, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендованные. Тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно, собственно, и адресовано. С вами была Вита Козлова. До новых встреч!